хорошо, он вам очень нужен. Давай! Я не знаю, готов? Как это можно изобразить. Готов? Нет, давай! Так, надо представить, что я на полоске. Аккордеон, есть еще я такая выставка и штраф в команде. Я чтобы разозлить. Да, кстати. Ну что, готов? Готов. На старт. Внимание. Поехали. Это дело при записи. Что? Про что говорят при записи? Туба. Микрофон! Аккордеон, молодец. Туба. На что одевают? Что одевают на ноги? Резиновые. Сапоги. Лиз. Так, отошли отсюда. Да я знаю, это легкое слово. По мягкому говорится. Ну не совсем по мягкому. Резиновые сапожки. Да. Не-не-не. Это профессия. Но сапожки, но профессия. А, сапожник. Правильно. Зашибись. Сейчас у вас почет! Как у священника делают? Это у вас... А нет, нет, у нас злись, мы сильные. Иначе я не сочту, это не слишком бой. Одно коренное слово назвал, кстати. Хоть покажи свое... Есть второе, третье, а какое место еще есть? Четвертое! Самое лучшее! Первое! Какой? Кому из вас троих очко-то записать? Какой? Да ладно, пускай Диме. Решает капитан. Диме. Диме, да? Диме запишем. Дима.